Это самый лучший день, пятница. С вами программа «Зона Х». А это значит, что традиционно в конце недели мы подводим ее итоги. С вами Александр Смирнов. Здравствуйте. Вспомним самые громкие события как в стране, так и за рубежом. Смотрим на них под другим углом. Конечно же, поднимаем острые социальные вопросы. И, как всегда, пытаемся найти истину. И вот главные темы выпуска. Сельский пейзаж, провинциальный колорит и букеты искусственных цветов. Мне тяжело разговаривать. Как отдаленная деревня стала генератором плохих новостей и благодаря чему получила мрачную славу. Просыпается от того, что выстрел какой-то, ну хлопок такой, и вой собаки. Подошел, посмотрел, а там молодая собака наша вся в крови, в луже. Отстрел собак, насилие, смерть и поджог. Что на самом деле происходит в поселке и как властям удается тушить огонь страстей. Несмотря на свой молодой возраст, все трое неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Когда у матери холодное сердце, а дом не крепость, а тюрьма. Я почувствовал ужасный запах и увидел среди старых игрушек и горы мусора бледную, болезненного вида девочку примерно 2-летнего возраста. Почему защитные инстинкты превращаются в фобии и родная кровь становится чужой? Жуткая история садизма, где жертва – новорожденный ребенок. Я никогда не видел ее беременной. Я не видел коляску, не видел ребенка, ничего подобного. В чем виновата маленькая девочка и как чужое неравнодушие спасло ее от жизни полной мучений? На этой неделе Могилевский суд вынес приговор по резонансному делу о попытке ограбления городского отделения банка. Вердикт Фемиды – 15 лет колонии усиленного режима. Инцидент случился год назад. Днем 20 ноября мужчина в маске вошел в банк и, угрожая пистолетом, кассиру потребовал деньги. Одна из сотрудниц успела нажать тревожную кнопку. Практически сразу на место приехали бойцы департамента охраны и заблокировали здание. А 14 посетителей банка вмиг оказались заложниками. После переговоров злоумышленник потребовал предоставить машину. В качестве заложника взял замначальника УВД Могилевской области и попытался скрыться. Однако был задержан. Нападавшим оказался 29-летний гражданин России Павел Тимофеев. Во время процесса и в своем последнем слове мужчина отмечал, что от его действий никто не пострадал и был в корне не согласен с инкриминируемыми ему статьями, а именно разбой, захват заложников. Впоследствии экспертиза выяснила, что оружие было не боевым. Это был сигнальный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. Никому из потерпевших я никакого насилия не применял, это доказано. Пункт 5 в редакции постановления Пленума Верховного Суда 25 сентября 2003 номер 11 гласит, что угроза при разбое должна быть реальной. То есть необходимо учитывать не только субъективное восприятие потерпевшего, но и конкретные обстоятельства дела, а также направленность умысла виновного. Прошу обратить на это внимание. Умысла причинять кому-либо вред у меня нет и не было. Я оказывал лишь психологическое воздействие, чтобы оградить потерпевших от рискованных и необдуманных действий, которые могли бы усугубить ситуацию и привести к нежелательным последствиям. Добавок, несмотря на мои высказанные в виде угрозы физической расправы, демонстрации предмета, похожего на пистолет, у меня не было реальной возможности кого-либо убить, так как все найденные при мне предметы оружием не являются. Даже складной нож, длина клинка которого и марка стали, из которой он сделан, не пригодны для нанесения тяжелых или смертельных ранений. К тому же нож, как средство нападения, я не использовал. Павел Тимофеев родился в Магадане 9 лет назад. Проходил службу во внутренних войсках МВД России во Владивостоке. В Могилев приехал в прошлом году вслед за родителями, которые купили там квартиру, недалеко от отделения банка, на которой мужчина и совершил нападение. Помимо 15 лет тюрьмы, суд постановил выплатить 7 заложникам моральный вред по 5000 рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу. Известно, что подсудимый уже собирается его обжаловать. «Молчание ягнят» с белорусским колоритом. Такое название можно дать этой истории. В ней нашлось место всему, что предполагает настоящий триллер. Секс, насилие, кровь, огонь и тюрьма. Правда, здесь не будет знойных красоток, мужественных детективов и киношных спецопераций по разоблачению злодеев. Сельский пейзаж, провинциальный колорит, букеты искусственных цветов и атмосфера, пропитанная смесью страха, безумия и дешевого алкоголя. Поселок Юровичи в Калинковичском районе на протяжении последнего полугода исправно генерировал новости для криминальной ленты. Началось с отстрела собак, продолжилось избиениями, смертью, поджогом дома. И это наверняка еще не конец. Антигероями этой драмы стала компания молодых людей. Соседи, конечно же, с некоторыми опасениями ожидают их возвращения домой. Даже несмотря на то, что это может произойти через годы. Но и это еще не все. Есть тот, кто все это время держался в тени, но может вписаться в сценарий в решающий момент. Юрий Шевчук провел свое журналистское расследование и побеседовал со всеми участниками конфликта.
События той трагической ночи начались с того, что в этот дом постучались трое молодых людей. 25-летний Павел, его 17-летний брат Григорий и 20-летний Виталий хотели по-мужски поговорить с хозяином жилища. Речь шла о неком долге, который мужчина хотел забрать у обидчика своей жены. Ранее женщина якобы была изнасилована, и чтобы не писать заявление в милицию, ее супруг потребовал с односельчанина 2 воза дров, который тот должен был привезти лошадью, и $200. Изначально компромисс даже был достигнут, но в итоге это соглашение стало причиной драки, во время которой и произошло убийство. В дом вломились злоумышленники, женщина была избита. Через некоторое время, когда она пришла в себя, она вышла во двор, увидела лежащего на земле своего мужа, хрипящего, вызвала скорую помощь. Когда приехали скорая помощь, уже впоследствии также был обнаружен второй потерпевший, лежавший недалеко от домовладения. Погибшим оказался 45-летний Сергей Кучер. По предварительным данным, мужчина пытался снизить градус конфликта, но в итоге сам стал его жертвой. От многочисленных ударов пострадавший погиб, не приходя в сознание. Дочь Сергея рассказывает, что утром отец должен был уехать на работу в Россию, но так и остался здесь навсегда. Мужчину похоронили на местном кладбище. Помогал всем. Он никогда в обиду не давал. Просто я не могу. Мне тяжело разговаривать. После похорон атмосфера в Юровичах накалилась настолько, что вспыхнул даже дом одного из обвиняемых. То, что это был поджог, здесь никто не сомневается. Вопрос лишь в том, почему спалили. Месть за смерть погибшего Сергея или уничтожение улик других преступлений. Ведь, как говорят местные жители, грешков у этой троицы хватало. Чуды. Так чуды я чуды. А почему? Потому что это трохи умственные, отсталые, дебильные люди. И им все позволено, им все... дозволено и все возможно. Пару месяцев назад сына Анны Лявончик эта же троица избила до полусмерти. Молодого человека даже держали в подвале и угрожали, мол, если он пойдет в милицию, то вообще распрощается с жизнью. Подействовало. Парень и сегодня боится говорить о том дне. То есть вы нам про инцидент ничего не будете рассказывать? Кто вас бил? Почему вас бил? Нет. Таких случаев, когда люди просто боялись рассказывать о зверствах односельчан, хватает. Полную криминальную биографию троицы сейчас выясняют следователи. Накануне в Юровичах даже прошел сельский сход, на котором правоохранители объяснили людям, что им теперь нечего бояться. Злоумышленники задержаны и ответят за все свои преступления. Как признаются сами местные, после этого жить стало спокойнее. Еще бы журналисты перестали нагнетать обстановку, ведь в некоторых материалах, говорит местный житель Федор, больше авторского вымысла, чем правды. В интернете это неправда. Такого страха не было. Они со своими сверстниками издевались. Такого же мнения придерживается и глава местного сельсовета. Степан Блоцкий не понимает, откуда столько внимания к Юровичам. Сегодня история обросла некими выдумками и сплетнями. Из спокойного некогда агрогородка сделали чуть ли не Чикаго 30-х. Данное вот это происшествие произошло спонтанно. Никаких тут страстей по поводу того, что угрожали, тут держали людей в страхе, такого не было. А сейчас вспомним события полугодичной давности, из которых, по сути, и началась заварушка в Юровичах. Местные жители обратились к председателю сельсовета, чтобы он заставил двоюродных братьев Денисенко и Табулиных держать своих собак на цепи. Мол, псы нападали на людей. Предписание сельсовета братья выполнили, но в отместку деревенским стали расстреливать их собак. Одним из первых был убит питомец Натальи Дубровской. Уже мы спали все, и муж спал, и он просыпается от того, что выстрел какой-то, ну хлопок такой, и его и собаки. Подошел, посмотрел, а там молодая собака наша вся в крови, в луже. И так стоит, у него лап нету передних, все в дробь. Рассечены и все. Тогда за убийство собак был осужден лишь младший из этой компании, 17-летний Григорий. Молодой человек взял все на себя и был приговорен к 2 годам условно. Его двоюродный брат Павел Табулин, лидер группы, прекрасно понимал, что очередная судимость может для него закончиться печально. За плечами молодого человека богатая криминальная биография. Несмотря на свой молодой возраст, все трое неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Также к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков в общественном месте.
И вот спустя полгода эти люди убивают человека. Избили до смерти. Еще один пострадавший до сих пор находится в реанимации. Мы попытались узнать, что о произошедшем думает мать главного обвиняемого. Но диалог не удался. И убрали камеру, я не буду говорить у камеры, и вам не доходит. Горячий нрав женщины говорит о многом. В том числе и о том, в какой атмосфере росли задержанные двоюродные братья. Кстати, свою руку к воспитанию парней приложил и дядя Василий. Мужчина сейчас находится на лечении в психбольнице, и его возвращение в Юровичах ждут с опасением. Не захочет ли мужчина отомстить за племянников? Не адвокатен, когда выпивает. То есть, если он выпил... Он чудит чудеса. Ну, в отделе милиции Калинковичского района говорят, что ситуация в Юровичах находится полностью на контроле. Здесь уверяют, что никто не забывал про этот населенный пункт и до инцидента. Утверждение о том, что милиция в данном населенном пункте не влияла на общую ситуацию и была далека от оказания, в общем-то, должного профилактического воздействия, это далеко не так и истиной не является. И более того, у следствия будут все, скажем так, условия и возможности прийти именно к этому выводу. Также следователям еще предстоит ответить и на другие вопросы этого полесского детектива. Было ли изнасилование, из-за которого якобы и произошло убийство? Кто поджег дом обвиняемого и какие еще преступления успела совершить эта троица? А пока все обвиняемые ответственность за случившееся перекладывают друг на друга. Виноват был, что Паша это, блин, меня на подвиги подставлял. Больше ничего сказать. Зачем собака стреливает? Не знаю, что-то голову стукнуло. Пошли по собакам, решили пострелять. Это интервью с младшим из обвиняемых, 17-летним Григорием, мы записали в изоляторе временного содержания. Парень говорит, что если отпустят, в деревню он больше не вернется, уедет жить в Россию. Мол, в глаза односельчанам стыдно смотреть. Тем временем жизнь в Юровичах вернулась в привычное русло. Здесь больше никто не боится ходить по темным улицам. А о случившемся напоминает лишь искусственный цветок у дома, где погиб Сергей Кучер. Трагические события в Юровичах заставили задуматься общественность о многом. И речь не только о древнем философском высказывании «omni lupus est», что переводится с латыни как «человек человеку волк». Некоторые выводы еще предстоит сделать. Но, пожалуй, самая главная мораль этой истории, что никому и никогда не сходят с рук их преступления. И каждый со временем поймет, что его чувство безнаказанности – это всего лишь самообман и иллюзия. И история в Юровичах это доказала еще раз. Все злоумышленники задержаны и ожидают своего наказания. Главарю банды по совокупности преступлений может грозить исключительная мера наказания. Юрий Шевчук, Анатолий Долотовский. Зона X. Итоги недели. Мать изверг, афера на миллион. Смотрите во второй части программы. Виновными по данному делу должны проходить целая группа лиц. Пока прервемся на рекламу, она пройдет быстро. Не переключайтесь. Я приветствую всех телезрителей, кто присоединился к нам за время рекламы. Это итоговая программа «Зона X» и продолжает выпуск «Международная тема». 20 лет тюрьмы за утрату инстинкта. Жуткая по своей жестокости история произошла во Франции. На юго-западе страны, в городе Тюль, перед судом предстала 50-летняя Роза Мария Круз. Ее назвать матерью даже язык не поворачивается. Женщину обвиняют в том, что она скрыла рождение своего 4-го ребенка и 2 года прятала девочку в багажнике машины, лишая ее еды и необходимого ухода. Подозреваемой предъявлены обвинения в систематическом насилии над ребенком, которое привело к его инвалидности. Сейчас ее дочери Сирене 7 лет. Она живет у приемных родителей. Сразу после того, как власти узнали о случившемся, 2 старших брата и сестра девочки тоже на некоторое время были отданы опекунам ради их же безопасности. Но в итоге детям разрешили жить с родным отцом. Обвинения против него были сняты. Он заявляет, что ничего не знал о Сирене. Как вообще такое возможно? И что спасло 2-летнего ребенка от мучительной гибели в багажнике автомобиля, расскажет Александр Пинчук.
Родные и близкие Розы Марии Крус не заметили ни ее беременности, ни перемен в поведении женщины. Обнаружил младенца работник автосервиса, куда Крус пригнала свой автомобиль Peugeot 307 в 2013 году. Механики услышали странный звук, похожий на стоны. 45-летняя мать несчастной девочки, уроженка Португалии, тогда заявила, что странный звук издают игрушки ее дочери. Однако работники автосервиса все-таки настояли на том, чтобы открыть багажник. Она лежала голышом, испачканная собственными экскрементами. Я почувствовал ужасный запах и увидел среди старых игрушек и горы мусора бледную, болезненного вида девочку, примерно 2-летнего возраста. Прошло 5 лет, но Гийом Игуасель до сих пор не может прийти в себя после увиденного. Во сне он постоянно видит беспомощную малышку, которая даже не может поднять голову, белую как снег. Я часто вспоминаю тот день, как тяжело было ребенку, как девочка с трудом дышала. Меня поразила реакция ее матери. Женщина вела себя так, будто ее это совершенно не касалось. Я до сих пор не могу понять, как она могла оставаться столь равнодушной. Роза Мария Крус заявила следователям: не ребенок, а вещь, вещь, которую нужно было найти, чтобы она жила. По словам женщины, она начала разговаривать с сиреной, когда ей было уже 18 месяцев. «Потому что она улыбнулась», — пояснила Крус. Супругам предъявили обвинения, в том числе и в неисполнении родительских обязанностей. Отец девочки рассказал нам, что ничего не знал о рождении в семье 4-го ребенка. Но мы еще должны проверить это. Позднее обвинения против отца сняли. Следователи убедились, что мужчина на самом деле не был посвящен в тайны своей жены. Внимание социальных работников семья не привлекала. Трое их старших детей ходили в школу, не выглядели грязными или голодными. Соседи рассказали журналистам, что, узнав о случившемся, они были потрясены. Они не заметили ни беременности, ни 4-го ребенка Крус, хотя регулярно с ней общались. «Мы живем рядом. Я никогда не видел ее беременной. Я не видел коляску, не видел ребенка, ничего подобного. Я знал, что у них 2 маленьких мальчика и девочка 4 лет. Этих детей мы часто встречали на улицах у дома». Отец детей по профессии строитель, нигде не работает. Допросить его сразу после случившегося сотрудники правоохранительных органов не смогли, так как он был мертвецки пьян. Женщина же тогда рассказала, что родила ребенка самостоятельно, в одиночестве, а затем на протяжении 2 лет прятала девочку в багажнике машины и в подвале своего дома. Сирена систематически недоедала, что вызвало сильную задержку в развитии ребенка. Осенью прошлого года Читу Крус отпустили под залог на жесткий. В жестких условиях им было запрещено возвращаться в свой дом, пока шло следствие. Приговор Розе Марии Крус будет вынесен в конце ноября. Александра Пинчук, Зона Икс, итоги недели. И еще одна новость из-за рубежа. На турецкий курорт обрушились 2 смерча. Все произошло на стоянке яхт в районе, где полно отдыхающих. Сначала над морем образовалась 1 гигантская водяная воронка, а примерно через 30 минут другая. Благо, никто не пострадал. Повреждены некоторые суда, несколько авто и прибрежные кафе. Учитывайте эту информацию при выборе туристического маршрута. Вопрос на миллион, а точнее масса вопросов от массы людей. Риэлтор, который обманул покупателей почти на $1 миллион, сейчас находится в статусе подсудимого в уголовном деле. А начиналась история с продажи участков под Минском. Предприниматель обязался построить дома, однако своих обещаний не выполнил. Более того, получалось так, что на одну жилплощадь хозяевами приходили сразу несколько семей. При этом дома в лучшем случае были не самого презентабельного вида и качества. Когда афера вскрылась, к разбирательству подключился СК. Мошенничество и растрата. Именно по этим статьям сейчас судят мужчину. Впрочем, пострадавшие в корне не согласны с выводами следствия. По их мнению, в этой схеме участвовали гораздо больше фигур. Должностные лица от сельсовета до БРТИ. Люди в отчаянии и готовы дойти до самых высоких инстанций. Мнение выслушал Александр Комович. Эта история показала, что в ловушку может попасть абсолютно любой человек, независимо от доходов, статуса и регалий. Так знаменитая белорусская бегунья в дисциплине марафон Ольга Мазуренок вместе с мамой решили перебраться за город. Но в итоге большую часть постройки дома семье Мазуренок пришлось сделать за свои деньги. Говорят, хорошо, что застройщик хоть стены поставил. Более того, выяснилось, что спортсменка не имеет права на землю. Но это был не последний сюрприз. Выяснилось, что в построенном доме прописан и сын того самого продавца.
С его сыном напополам у нас была жилплощадь. Потом уже, когда пошел такой вот сыр-бор, так уже, конечно, сына ему пришлось выписать. Сына он выписал. Вот, и мы остались одни. Ну и теперь, когда уже все это вышло на поверхность, когда стали приезжать люди, мы уже поняли, что в самом лучшей ситуации оказались мы. Вместе с этим возникли вопросы и к качеству дома. Здешние хозяева удивляются, как можно было принять такой дом и разрешить тут жить людям. А вот хотелось вам продемонстрировать шедевры нашего строительства. Посмотрите, как находится, где находится несущая стена и где находится фундамент. Вот здесь помещается ладонь взрослого человека, порядка 20 сантиметров, просто немного не попала несущая стена в фундамент. И при всем при этом этот дом сдан в эксплуатацию, принят, и эти квартиры проданы многократно. Андрей Симонович также один из владельцев, если можно так выразиться, архитектурного ансамбля. И, как выяснилось, не единственный. Этот дом, который приобрела моя мама, в нем официально по документам проживает две семьи. То есть официально проживаю я со своей мамой, и проживает еще семья из четырех человек. Это абсолютно оказывается в нашей стране законно, легально. У всех есть техпаспорта, оформленные нужным образом в БРТИ. И то есть все регистрационные документы все семьи почему-то получили. Дальше больше. В последующем на участке стали появляться вот такие подсобки. По документам же дома. На бумаге их даже приняли. Вот представляете, вот этот дом, который введен в эксплуатацию. Вот он. В дальнейшем выяснилось, что так называемый хозяин всей этой земли – отец того самого риэлтора, который продает участки сразу нескольким семьям. При этом его деятельность развернулась и на другие населенные пункты. Так, в деревне Селюты, того же Попернянского сельсовета, мужчина также продавал участки, но уже по иному сценарию. Уже сегодня антагонист этой истории находится за решеткой. После многочисленных обращений в правоохранительные органы и шумихи в СМИ, в СК возбудили уголовное дело в отношении продавца, причем по статье «Мошенничество и растрата». Юридически совершенно верно. Не могло такое быть, поскольку наше законодательство запрещает производить, отчуждать нескольким собственникам земельные участки, жилые дома. Но по факту мы имеем то, что несколько собственников имеется. И, соответственно, как мы считаем, что без участия соответствующих должностных лиц такого не могло быть произведено. Эти дома в Лапоровичах застыли в 2015-м. Ничего не поменялось, кроме одного – статуса их продавца. Одна из самых главных претензий покупателей – каким образом риэлтор получил разрешение на строительство. Если посмотреть генплан поселка, то сразу заметны те махинации, которые проводились. Там, где должен был быть асфальт, гравийка, на месте улицы и вовсе дома. И как если мы посмотрим на генеральный план, вот здесь у нас идет улица, которая поворачивает налево, если мы стоим отсюда. А вот там у нас имеется прямо дом. То есть получается, что у нас там, где должна проходить дорога, и она должна сворачивать, просто поставили дом. И каким-то образом его ввели в эксплуатацию, и это все является законным. Известно, что такой деятельностью обвиняемый начал заниматься в 2006 году. С учетом того, что у пострадавших на руках есть все доказательства преступления, люди готовы идти до конца и найти всех виновных. Мы прекрасно понимаем и обладаем достаточным количеством доказательной базы, что виновными по данному делу должны проходить целая группа лиц, включая представителей сельсовета, исполкома, БРТИ, Белгипроземы и других организаций, благодаря которым или из-за которых все эти сделки и могли иметь место. Потому что, согласно действующему законодательству по земле в Беларуси, такого осуществить, не имея поддержки в властных структурах, просто невозможно. И сейчас потерпевшая готовит письма в Следственный комитет, Госконтроль и Комитет госбезопасности с просьбой создать большую следственную группу, которая сможет разоблачить всю цепочку этой серой схемы. Как нам удалось выяснить, правоохранители смогли найти 800 тысяч белорусских рублей. Это недвижимое имущество фигуранта уголовного дела. Впрочем, это лишь половина того, что потратили люди. Сейчас потерпевшими по этому делу проходят 28 семей. Судебный процесс все еще продолжается. Мы также продолжим следить за развитием событий. Александр Комович, Андрей Гордобоев и Андрей Христин. Зона X. Итоги недели. На этом все. Это была итоговая программа «Зона X». Ищите нас на сайте, смотрите в социальных сетях. Увидимся после выходных. И пусть они обойдутся без происшествий.